Всем салам! Салам алейкум! Как ваши дела? Надеюсь, у вас все круто. Мы продолжаем проходить GTA Vice City. И прямо сейчас мы направляемся к группе Love Fist. Любовный кулак. Вот только что кулак показал. Рекламный тур. Томми, слушай, Томми, тот маньяк снова здесь. Так, получается, я не того убил, да? Как он мог вернуться, я его убил. Ребята, я его убил же. Как возможно такое? Нормально, слушай. Говорит, не повез бы шотландских бисексуалов, но вас повезу. Так. Смотри, дуло топчет из лобового. Хватит вам гадить. Я дал вам шанс остаться друзьями. Теперь я дам вам шанс умереть. Попытайтесь остановить лимузин, взорвете свои жирные волосатые мерзкие задницы. Так. Мне нельзя... Так, нельзя выбираться, нельзя останавливаться, нельзя медленно ехать. Не надо постоянно ехать и не тормозить, не тормозить. Так, вот детонация пошла. Надо на длинную дорогу выйти, вот сюда, вот сюда, вот здесь она мощная. Мне всегда говорили, что бухло меня погубит. Надо выдернуть провод. Какой? Без понятия, не знаю. Скажи что-нибудь. Чё скажи? Я вообще басист. Томми, не сбавляй скорость, главное. Так, я... Слушай, бабы, ноешь. Еще и дождь, твою мать. Я же музыкант, я не секу бомба. Пускай Вилли высосет в рыб пайло через соломинку. Бляха. Так, дайте Вилли соломинку. Алло, я разгоняюсь, нет, детонация. Стоять. Ребята, быстрее, выдернете любой провод. Как все зеленые. Они не могут быть все зеленые, вы что, дебил, что ли? Он же накидался. Ничего не долбануло. Бомба обезврежена. Обдолбанные музыканты разминировали бомбу. Все, ну теперь-то они капец заряжены, по идее. Отвезите Love Fist на концерт. Да ёб твою душу, тормози же. Again? This rate will never get a play alive! Oh, shite!
balls. I've got your helmet, Tetsu. Thanks again, Tommy. Get вообще a nice one. Bye. Все, давайте, ребята, не подожгите там все, окей? Приз получен — личный шофер. Задание пройдено 8 штук баксов. Что, мама, все меньше и меньше платят, а? Супер разворошек. Так, значит, поедем мы, поедем. Куда поедем? Кто у меня здесь есть? Так, кубинцы на этой территории еще есть. И телефончик. Давайте сперва телефончик, давно его не было. Телефончик возьмем. Случайности, они не случайны. Так, значит, у нас на следующая миссия будет телефончик, потом мы поедем к кубинцам, пообщаемся с ними за вообще весь этот движ, за почему меня вообще застрелили в прошлой части свои же. Это что за хрень такая? Значит, я им помогаю, выполняю миссию, меня просто подкладят толпой. Кого я сделал? Минимум даже? Чуть не пустой. Уйди, что ты мне мешаешь? Кстати, у меня 100 штук, скоро будет 120 штук, я смогу купить клуб Амалибу. Все, салам, тачка. Да, салам, тачка, все, это бесполезно. Кто звонит? Томми? Это Бейкер, я хотел сказать, что мне очень понравилось шоу. Мы с ребятами хотели поблагодарить тебя и напомнить, что мы тебя уважаем. Счастливо и удачных дорог. Чуть раньше бы сказал, я бы, наверное, машину перенес. Что ты там орешь? Это моя тачка. Хочу беру, хочу не беру. Здесь все мои тачки. Так, ради, переключаемся на Emotion. Вот сюда. Ага, вот так вот. Едем на телефончик. Сказали где-то... Опа! Бонус за двух... 31 бакс. 31 бакс мне дали просто за то, что я на лицевой спортфас. А, нет. Вообще, я туда не могу вроде внутрь заезжать. Здесь где-то военная база, по идее, должна быть рядом. Так, что этот телефончик от меня хочет? А я думал, смогу пробиться туда, а я не смог. Ваше оружие конфисковали? А, на выходе, ладно. Фуф. Смерть при регистрации. А время зажарить крупную рыбу, мистер Тил. Винтовка за кетчтем. Следите за женщиной на балконе на стойке регистрации. Направите сквозь толпу и спросите, какое время. Вы должны убить этого человека, забрать чемодан и отвезти в место, указанное на бумажке, приклеенной под телефоном. Окей, ладно. Где снайперка? Вот здесь вот? Братан, капец, вы ее затарили. Четко вообще. Никто не видит. Следите за женщиной на балконе, она спустится по эскалатору и спросит у одного человека, который час. Так, вот эта красотка. Как только разговор закончится, убейте ее. Когда объект будет начать, возьмите его чемодан и отвезите его в амунацию в деловом районе. Не приближайтесь к объекту, следите за шкалой расстояния в верхнем правом углу экрана. Окей, если достигнет максимального, то вас заметят. Так, ну отсюда меня она навряд ли видит. И чё, я прям в аэропорту могу целиться, что ли? Ну давай. Ты будешь идти? А с кем она будет общаться, интересно? Вон с теми, наверное, додиками. Стопудово с теми двумя додиками. Ты смотри, какая походка, а? Модельная походка. Идет, цаца, а? Давай. Ага. Уйди. Бляха промазал, ёп. А кого надо было убить? Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony. Следи за женщиной. Она пройдет сквозь толпу и спросит у кого-то время. Вот спросила. А, ёпта, бляха-муха.
Не того убил. Не того убил случайно. Где этот чемоданчик? А вон он позади. Сейчас мы его покладем, сейчас покладем. Что там, кстати? Давай, Цаца, быстрее. Чего так долго? Быстрее давай. Быстрее, быстрее. Есть, нам. Ты чё, братишка, ты проспался? Отвезите чемодан в амунацию. Так, мои пушки надо забрать, все пушки надо забрать. Так, ну давай так зайдем, ладно. О, не стреляйте, не стреляйте, ребята. Быстро, быстро, банши, 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 банши. Не, вот это Феникс, по-любому Феникс, это Феникс, это не должно быть банши. Вот Феникс, я говорю, с банши похоже. Вот и все, аэропорт, вы че, ё-моё. Это эти бешеные минты, а? Бляха. Надо менять тачку срочно. Ё-моё, что за Kill Bill? Почему этот, они такие жесткие? Бляха, уже колесо пробили. Менты вообще жесткие, Инферн. Блин, я вообще поменял, по идее. С удовольствием. Куда-то я не туда еду, ребята. Куда-то я не туда еду вообще. Вот менты, вот надо срочно на эту точку. Срочно, 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 срочно. Меняй, 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 меняй. И куда? Ладно. Давай на эту. Все нормально. Катим, 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 катим. Все. Бля, опять колесо пробили. Заколебали уже. Давай, 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 дарочка, давай. Ну, ментовская тачка даже с пробитым колесом нормально едет. Ну, ладно, почти. Ехал, 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 ехал. Ускоряйся, Дара, ускоряйся. Вперед! Вот так, вот так, вот так, нормально, 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 нормально. Да выключите эту. Оп, оп. Как будто вертолет за нами, нет? Кажется, да? Нет, погони нет уже, все. А где погоня? Блин, на медицинских тачках радио нет. Не послушаешь музыку. Что он сделал, дурачок, что ли, вообще? Чего так? Батарейка! Во-о-о, я ее! Батарейка! Сейчас бы Зак сюда, а потом бы песенку спел какой-нибудь. Ми, ты что-то там тосковал, минуты расставания. Ох, падла, вот оно расставание, я очень тосковал по тебе. Так, люди, вам нити, люди, вам нити, вам нити, вам нити, вам нити, вам нити. Не садись на мотоцикл, сейчас меня подрежут жестко прям. Айдаху, дай, айдаху, дай, быстро, 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 быстро. Алло, не ты, алло. Ё-моё, такой быстрый этот автомобиль. Можно вот так сделать? Гри! Я торможу, она не дает мне выйти. Бежим, 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 бежим. Выполни миссию кубинцев.
это будет как раз таки завершение всех миссий, по-моему, на этом, в этом районе. Если я не ошибаюсь. Оп! Братишка, куда ты идешь? Ты что не видишь? Мотоцикл едет. Менты до сих пор за мной гоняют. Сколько можно? Вообще запарил, чистится жестко. Опа! Чётенько. Чётенько. Не, подожди. Мы же копим бабки на Малибу. Зачем нам покупать этот гараж? Я так и планировал сделать. Здесь пакет. Это все запланировано. Так, в принципе, они здесь недалеко, через райончик. Вот так. Вот и все, вот он. Братишка, эй! У которого майка выше пупка. А что там менты? А, это не мент, это бармен. Альберто! Опа, опа. Я отработал же на ту сторону. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Я же отработал. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, business. You are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Так, у них есть партия груза, реально качественно. Мы заберем его и покончим с ними. Ты заберешь его, а я позабочусь о тебе, как о брате, или даже как о сыне. Я предпочел бы получить наличные, а не горшок и баиньки. Малёха отвлекся, ну погнали. Так. Езжайте к Рику, он отвезет вас к месту встречи. А где моя тачка? Опять драндулет брать. Тачка Вуду. Вуду. О, нифига себе, режим гидравлики. В смысле? В Айсити не было режима гидравлики? Оно ж только в этом появилось. О, приколдесно. Не было в Айсити режима гидравлики. Пацаны, я свой. Где разгон такой? Тут, короче, такая тема, вот. Лево, право, лево, право, хоп, вверх. Ладно, да, нормально было, отлично. Прикольно. Я не знал, что в Айсити был режим... Так, почему не туда в воду, что ли? Салем, братишка. Ты же упадешь в воду. Hey, Rico. Nice boat. You ready? See, Tommy? Now you be a good shot today. Бляха, я сегодня стреляю. Holes, okay? А можно я не буду стрелять, пожалуйста? Давайте погромче поставлю, я боюсь, что меня тихо слышно. Потому что когда охоту монтировал, и меня очень тихо было слышно. Ну, я тестил микрофон подальше, на самом деле. Убейте всех бандитов. Минус. Ё-моё, сколько у меня крови потерял, а? Минус. Кто еще? А, бляха, вот слева же. Та-та-та-та. 13 хп! Собака! Невозможно стрелять в этой GTA! Вообще невозможно стрелять на консолях, это ужас какой-то. Ой, как я ненавижу стрельбу в играх, а? Консоли не для шутеров. Миллионы раз буду повторять, миллионы раз об этом буду говорить, что консоли не для шутеров. Запомните это раз и навсегда. Не играйте в шутеры
на консоли. Для этого есть ПК. Вот на ПК мышка есть, на ПК есть клавиатура. Это все удобно. Мышкой ты управляешь, курсор, вот это все, прицел. А на консоли это делать невозможно. Это unreal. Хотел сказать unbelievable. I'm ready, давай. Можешь гранатами их закидать. Ага, сейчас гранату под себя опять кину, как тогда. Или как тогда в торговом доме. Я кинул гранату, она отрикошетила от стенки и в меня влетела. Can you hear me? Ты еще так близко подплыл, типа, вообще красавчик. Лодку нахрен взорвать. Вот и все, мини-фокта. Пожалуйста. Есть. Всех убил. Всех убил. Все, Дара, красавчик. Дара, лучший. Куда, блин? 75 хп иду я воевать. Конечно, блин. Come on, baby. Ну как стрелять с этого говна? Смотри, что он делает. Попал? Попал. Убил. 74 хп. А там что снизу показано? Можно я снайперку возьму? Вот так. Минус. Смотри, два. На нахуй. Все? Все тут чисто? Вот и все она. Где еще? Мне типа чемоданчики надо забрать. Кто стреляет? Блях, ну что? У меня же покруче вроде автомат, нет? Все. Все, бежим. Нет, Рики, моего другана убили, на крыс стоит. Кто с дробовика поливает? Это он? Твою мать. Бля, братишка, я пришел из будущего. Тебя убьют, брат. Тебя убьют. Рико, прощай, Рико. Прощай, Рико, братишка. Ты был хорошим другом, брат. Релакс написано на его синей футболке. Релакс, но невозможно зарелаксировать. Что же, как они выжили, бляха муха. Ты свой? Ты не свой же. На крыше, смотри, я его не видел на крыше, чувачка. Таримся, 100 хп. 3 звезды, твою мать, а вертик прилетит. Тихо. Слишком вышел. Ты чё, брат? И там сверху, на крыше был чувачок. Где он? Вон он. На, пупочек. Ну, теперь за мной вертушка еще тут ментовская. О, подожди. Я ж тебя убил, брат. Я ж тебя убил, сучка. Рико, брат, Рико, обернись! Тупой Рико. О, спецназ пришел. Алло, почему, блин, 4 звезды, я сам себе вот задавил. Так бы было 2 звезды, а так у меня 4 теперь. Беспредельные менты, они здесь ездят, как ублюдки. Хорошо, эти пешеходы не стреляют там. Так, по идее, вот здесь можно вот так вот. Ага, хрена с 2, я так проеду. Ни хрена не проеду. А что на карте показано, когда я могу проехать?
Уйдите, кубинцы, вы свои, ёб ваша мать. А что это было? А что это там врезался-то? Да дайте мне доехать. О, шипы кинули. Тихо, ребята, миссия закончена. Задание пройдено, 4 штуки баксов. Куда меня закинуло? Чё меня сюда закинуло? А где, типа... Не понял. А где кат-сцена там? Ладно. Троянский вуд. Вау, о май гад. Эй, красотки, а знаете, что я собираюсь сделать? Заняться любовью, как настоящий мачо. Вот так вот прям. На, облили. Эй, бэби! I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Rubino, he likes the ladies, so not some goat in a skirt. Tommy, I love you. Let's go. Go where? Я не раз говорил, что у него странная майка выше пупка. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe, and take them. Ты чувак, у тебя Рико умер. Рико умер. Whatever you say, Umberto. Hey, Tommy, use your solvent as an explosive. Boom. Bye bye. Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He not feeling so good. Я, говорит, пригляжу за кафе папы. Пацаны, что ты ко мне бежишь? Что ты от меня хочешь? А, бляха, ты этот Пепе, что ли? Я думал, он за мной, типа, тут стрельба, по идее. Я думал, он это... алло, слышь? Не надо. Поехали. Эй, вы чё своих бьёте, дебилы? Куда ехать? Почему не показано, куда ехать? Не понял. На север... Вау, украдите Вуду, окей, понял, всё. Поехали красть Вуду. Так, мне нужна Вуду тачка. Так, мы немножко не туда уехали. Я, кажется, знаю, мы поедем ставить бомбу в этот. В GTA есть такая легендарная мастерская по установке бомб восьмерочка. Так, мы его в Гаити. Ищем Вуду. Wisdom is not to be treated so lightly. When my father grew old, I sat with him day and night, absorbing his wisdom. А вот и Вуду. А вот и Вуду. And as his time grew near, I built a large fire. Man, this is a nice part of town. Пошел вон, парень. Ёб твою душу, потеряли из-за тебя, Вуду. Yo, you in my way, dog? You never answered my question. Садись, дубина, поехали, Вуду уехала. Куда она уехала? Фу, ёб, ваша мать. Воду. Сразу, на месте его. Мучачос, поехали. Все нормально, стырили Вуду. Едем, значит, на встречу с остальными мучачос. Как ты здесь Вуду дофига? No, they do nice pizzas here. Whoa, man, you drive like a crazy bitch. Сам ты бич. Там ты пляжный. Жил мне пляжем называют. Hola amigos. Wait,
Путас! Путас я знаю. Меня так называли в КС. Путас. Яхала. А где наркозав... Вот здесь где-то? Tonight! Бляха, быстрее. Припакуйте машину в розовом кругу. 71 хп, конечно, блядь. Да меня сейчас сразу же убьют. Твою мать, какие же тупые напарники, а, в играх. Едем к нашим мучачос, чтобы взорвать нахрен завод, который производит муку. Я тут... Я могу тут? Могу, а тут... Вот так вот, аккуратненько. А, я здесь проезжал. Это место, где я супер сократил. Вот эти чёрт. Вот здесь готовят вкусную пиццу, ты сказал, да? Ехал. Короче, растворители в дальней части завода. Хорошо. Конец уродам недоделанным. Поехали. Поехали, конечно. Следуй за моими корешами. Так, 100 хп. А то в прошлый раз 71 был. Да, блять, опять я проехал тут. Конченый завод, блин. Так, один на крыше. Быстрее. Вот именно что cover me, а вы этот. Так, я вспомню, как садиться. А что, может, выстреляться будет, а? Ребят. Ребят, может, выстреляться будет? Ляха-муха, меня просто так мочат. Алло, блин. Дебилы, блин. Вы будете сражаться, нет? Что самому приходится делать? Прицелься. Да, что? Смотри, заглючил прицел. У меня прицел заглючил на МПшке. М4, смотри, не целится. Твою мать. У меня везде прицел не работает. Тупую прицел не работает, прикинь. Прицел не работает, да, ну, ну. Oye, que te mato.
Да попади ты в него, 15 хп. Заглючила миссия, 15 хп, заглючила миссия. Есть, убили. Бляха-муха, миссия заглючила. Бляха-муха, 15 хп. По-любому там черт сверху есть, да? Вон он, вижу, я его вижу, вижу, вижу. Иди нахуй, Васити, бляха-муха. Чё за хуйня? Почему? Почему зависло у меня? Почему я не мог целиться, а? Да быстрее давайте, мы уже были в этом районе. Кто такие? Вы откуда здесь? Так, ладно, главное, прицел работает. Быстро, 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 ставь бомбу, все. Погнали дальше, погнали дальше, погнали дальше. Вон там чоп сверху, который меня убил, падла. Кто, 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 кто? Ты что, реально в упор в него стреляешь? Tech 9, короче, чем хорош, можно бегать и стрелять, да. В этом плюс Tech 9. Тут еще есть кто-то? Все, бомба установлена. Валим, 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 ребятки. Откуда эти люди здесь взялись? Садимся, садимся, садимся. Валим, ребята, валим. Я только одного могу спасти, ребят. Sorry. А как валить-то отсюда? Ворота закрыты же. А что не стреляют уже? Они уже по мне стреляют, ребятки. Сейчас с ними разберусь. Ты сдох? Надо посильнее его сбить. Иди. О, твою ж за ногу! Я тупой, я тебя понял. На, пошел он. Все, все, все. Я думаю, что у меня мало секунд так. Вон же, первую бомбу поставил, там 50 секунд. Все, понял, понял. Вот у меня 40 секунд есть. Чтоб свалить. А то прошло 20 секунд всего. Я такой, бляха, как 20 секунд? Все, идите нахрен, мне не нужны ребята. Ты мне нахрен не нужны, ребятки. Мне на вас насрать, мне на вас насрать. Да, наконец-то я увидел этот кучу таймера. Я его не видел, из-за этого мне казалось, почему всего 20 секунд дают, чтобы выбежать. Наконец-то я выполнил эту миссию. Я на нее потратил дохренища просто времени. Большие парни из Little Gavana. Задание пройдено. Ура, мать вашу.
Ух ты, какая армия там стоит. Смотри, сейчас меня же атаковать будут. Что, замочат меня сейчас черт? Уже стреляют. Срочно, нужна тачка. Ребята, тушите этим ведерком. Смотри, я же сказал за мной поохотиться. Тихо. Сейчас я вас трое воды ополошу. Как он это? Ну-ка, вот так вот, да. Так, ехали, засейвимся. Так, ближайший сейв ко мне. Ну вот этот, наверное, да? Где буква V? Венс. Миссия Венса. Да. Разойдитесь, ребятки, разойдитесь. Упс. Сейчас засейвимся. Уф, наконец-то эту миссию выполнил. Она настолько бесячая, как она меня раздражала. Ну типа напарники самые тупейшие из всех игр, что есть. Это максимально тупейшие напарники, что были. Я просто горел от них. Кто мне звонит? Тоби, Умберто Рубино. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Incredible. No whims, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. Я доказал, что я настоящий мужик. У меня большие кохонес. Nobody said that to me since I left jail. See you around. У меня большие кохонес. И у вас тоже, если вы поставите лайк. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии снизу под видеороликом. Это тоже бесплатно. Всем спасибо. Это Томми Версетти. У него большие кохонес. Как и у меня, как и у вас. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Você falou pra mim.